человек сейчас чувствует себя уставшим, и поэтому он ожидает, что он сможет 10 дней пролежать носом в подушку. Вот. Правда состоит в том, что так наша психика опять же не работает. Вот. Невозможно выспаться на будущее, и даже усталость, она через 2-3 дня все равно не будет вами такой восприниматься, как сейчас. То есть вот здесь самое важное просто не полагаться на волю случая, потому что дальше вот начинается вот эта проблема, потому что мозг в неопределенности чувствует себя дискомфортно. Наличие выбора для нашего мозга всегда проблема, потому что это труд. И если вы этот труд растягиваете на 10 дней, то у вас будет 10 дней труда. Вот. Если вы потратите полчаса для того, чтобы составить себе план на эти длинные выходные, тогда они совсем по-другому пройдут. У вас всегда будет ощущение, что вы делаете дальше, что будет происходить дальше. И это дает как раз психике ощущение определенности. Чем был плох 2020 год? Отсутствие определенности. Ну, давайте хотя бы на эти праздники создадим себе заранее определенности, будем придерживаться, ну, опять же, не жестко, но с вариативностью. Мы просто дадим ощущение своему мозгу, что мы знаем, что происходит, мы знаем, чем мы будем заниматься, в какие игры мы поиграем, с кем мы повстречаемся, когда это будет, там, и так далее.